Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, друзья и подруги, а также мои дорогие зарубежные подписчики, здравствуйте вам тоже. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня будет кулинария. Есть один человек, зовут его тетя Зоя. Это мама Ларишкиной одноклассницы, очень великолепный кулинар. Прям, ну, те вещи, которые она делает, они нам всегда нравились. Я понимаю, что по одному и тому же рецепту у двух разных людей будет получаться по-разному, но тем не менее, за некоторыми вещами из-под ее, скажем так, рук из ее кухни, мы охотились. И тот рецепт, который будет сегодня, один из них. Охотился я за ним 3 года, называется аджика. Ну, на аджику, конечно, это меньше всего похоже, потому что там будет вот такое, чего вот такое, и насколько оно хорошо или нет, мы об этом с вами узнаем в конце обзора. А пока в путь, давайте готовить. Как всегда, самое муторное — это приготовить все ингредиенты до того, чтобы в конце все пропустить через мясорубку. Мы выбрали среднее ситечко с Лариской. Все у нас вошло вот в такую кастрюлю. Точный объем я ее вам сказать не могу, но предполагаю, что 5 литров. Уж больно она старая, родословная у нее тянется еще 60-х, 70-х годов прошлого столетия. По объему нормально. После того, как мы все это сделали, добавляем 2 столовых ложки соли, 4 столовых ложки сахара. Все это размешаю и поставлю на огонь. Варится 3-4 часа. Где-то за 5 минут до готовности добавляем 200 грамм чеснока. 3,5 часа прошло. Пора за 5 минут до готовности добавлять 200 грамм нашего чеснока. Потом варим еще 5 минут. А дальше по стерилизованным банкам закатываем и в тепло. Если кто-то думает, что я буду подсовывать то, чего сам не пробовал, не, ребят, не пролезет. По факту. А, и да, кстати, Монплезир, прошу пардон, что из банки прямо. Лариски нет, я поэтому так по-холостяцки. Ну так вот, ребят, это не аджика, это получилось, знаете что? Это наподобие чего-то томатно-вкусного, текучего, овощного. Совершенно не острое. Острота далеко-далеко, где-то в послевкусии. Но, в принципе, я к этому и шел, потому что Лариска у меня к острому так себе относится. И тот самый перчик, который мы сюда положили, любители острого, ребята, утроите. Вот если в 3 раза сделаете, тогда оно будет ху-ху-ху. Ну, хрен, сами понимаете, сюда никак. А вот 3 перчика, ну, кто любит, можно и 4 положить. Вот тут тогда будет, да. Но основной букет, за счет того, что мы с вами вот это вот все перемешали, ребята, нормально. Это не та самая хреновина, к которой мы с вами привыкли, но тем не менее это очень вкусно и хорошо. Ну вот, на этом, пожалуй, что и все. Добра вам, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Ну и, конечно, приятного аппетита. Пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим.